Калязин стал местом встречи представителей сразу нескольких общественных организаций. Основная тема разговора – сохранение и передача семейных ценностей подрастающему поколению. Почетным гостем мероприятия стала советская и российская детская писательница Гайда Лагздень. Подробнее в нашем следующем материале. Встреча общественников началась в музее матери Калязина. Создание выставки – инициатива местной жительницы Зинаиды Петровой, которая в такой необычной форме решила увековечить жизнь и судьбу своей мамы, простой русской женщины Анны Смирновой. Посетители осмотрели небольшую экспозицию, составленную из фотографий, писем, газетных статей и личных вещей матери Зинаиды Петровой. Этому платку больше 100 лет. Это маме подарила ее тетя. Этот платок бабушке, не знаю, сколько лет. Вот этот платок где-то ему, наверное, вот с 55-го года, считайте. Это мой брат из Германии привез. Это ей студенты, которые жили, подарили. В этот день также состоялась встреча школьников с детской писательницей и общественным деятелем Гайдой Лагздень. Автор поделилась с ребятами секретами своего творчества, дала советы и рассказала о своей жизни. На улице Прядильная, дом 20, квартира 50. Вот в этой, значит, со стеной, это темная, да? И вот там я родилась, и брат мой, значит, на 2 года раньше родился. В завершении представители общественных организаций обсудили сохранение и передачу семейных ценностей. Участники встречи говорили о том, что семья – это основа государства. Но самое главное – семья – это мир, в котором появляются на свет и растут дети, будущее поколение. Родители, отцы, матери и деды должны сами всерьез относиться к истории своего рода и семьи, хранить и передавать семейные ценности, как духовные, так и материальные. И вот этот реальный, неназидательный пример будет началом и частью семейного воспитания в этом направлении. Как подчеркнули участники встречи, сейчас важно, чтобы семьи были крепкими и дружными, а также чтобы в каждой семье хранили память о своем роде и почитали родителей.